гостей. Первый номер — Евгений Абрамович, он сегодня в воротах. Пятый — Роман Бегеря. Девятый — Артем Кийко. Десятый — Валерий Синь, капитан команды, 46-й. Тем временем у нас стартовый свисток прозвучал. Видим, что Неман начинает свою атаку. Жимо подключается чуть глубже. Пасевичу, ему не нужны подключения, он сам способен обыграть. Но здесь мяч даже на угловой не улетает. Защитники Арсенала. Якимов, еще один заброс, штрафной удар. И здорово здесь играет Евгений Абрамович в очередной раз. Он сегодня и на выходах неплох. И вот первый такой сейв настоящий. Хороший был эпизод. Павлюковец. Хороший очень перевод. Роман Пасевич. Стараются растягивать эту достаточно компактную оборонительную линию Дзержинского Арсенала. Пасевич обыгрывает удар. Но не попадает здесь Роман в ворота. И Евгений Абрамович, сложно сказать, спасал бы он в этой ситуации, но момент, безусловно, команда из Гродно ближе к этому мячу. Здесь хороший момент, удар, и мимо ворот мяч пролетает. Здоровский был эпизод, сразу два игрока Немана оказались на линии этой передачи. Но вот Павел Савицкий в данном эпизоде сыграл. Зубович, хорошая подача и очень такой... эпизод самоотверженно в нем играет Ненат Адамович, который, казалось, что просто на данный момент соперник, гости справляются с этим. Здесь разыгрывают мяч, Шукуров, подача на ближнюю штангу, удар, и гол забивает Ненат Адамович. Вот это возвращение, вот это дебют. Не без ошибки защитника этот эпизод случился, но Шукуров делает очень хорошую передачу. Да, вот это возвращение. Контратака, Шукуров. Пасевич здесь хорошо ускоряется. Нету положения вне игры. Пасевич! Есть у него варианты, но предпочитает очень он бить. Перспективная была атака. Ну и, безусловно, я думаю, многие разочарованы этим ударом. Кроме болельщиков Дзержинска. Я, как нейтральный зритель, тоже теряет здесь Кийко мяч. И здесь подскальзывается на ровном месте футболист Дзержинского Арсенала. Савицкий с мячом. Сам решает бить, и выше ворот Павел пробивает. Подскользнулся в этом эпизоде Игорь Хайманов. Да, вот чем-то напомнил момент с Романом Пасевичем. Синько здорово движется, подача, но здесь, ох, какой эпизод. Да, вот смотрите, и в этом нету. Подача во вратарскую, удар выше ворот, мяч пролетает. Ну вот уже, несколько ударов смогли Дзержинский Арсенал нанести. И вот Егор Хвалько. Не совсем он на профильной позиции, но, как я говорил, есть у него мотивация. Против бывшей команды он играет. Удар здесь будет дальний. И какой сейв делает Евгений Абрамович. Да, очень хорошая атака была сейчас, и даже точно Евгений Абрамович играет. Шукуров отдает передачу вперед. Кадемян! И не забивает Кадемян. Такой был эпизод. В какой-то момент показалось, что мяч все-таки в сетке оказался. Ну, очень хороший был момент. Гигаму никто не мешал. Но в опорной зоне. Ну и вот на позиции правого защитника будет действовать Василий. Хвалько здесь мячом. Неожиданно он оказывается на ударной позиции. И Сергей Курганский здесь без проблем фиксирует. Такой по-настоящему у него работы не было сегодня. Но с этими простыми мячами справляется штурм в исполнении Арсенала. Кадемян. А тут неожиданно, хотелось сказать, штурм Арсенала, а гол Немана. Но гол не случился. Очень хорошая была комбинация. Кадемян здорово принял этот мяч, отпасовал на Савицкого. Но тот не попал, передача. Да? Селезнев отдает на Хвалько. Тот простреливает, но Курганский. Да, очень тревожная концовка для на 43. Кадемян. Передача. Удар. И выносит здесь с ленточки защитник. Вот не получается сегодня у Савицкого никак забить. Были у него эпизоды, а здесь еще атака не закончена. Здорово играет в этой ситуации Абрамович, и здорово играет футболист Немана.
Жуковский забивает этот мяч. Здесь у Абрамовича не было других вариантов, кроме как пытаться дотянуться до этого мяча. Но вот, к сожалению, мяч этот он скинул на капитана Немана. Валерий Жуковский, многоопытный, забивает этот мяч. Вот мы видим повтор. И каким, посмотрите, каким ударом он это забивает. Боковыми ножницами. И тем временем у нас прозвучал финальный свисток. Вот такой вот мы матч наблюдали. В концовке нужно было забивать Арсеналу. Но забил Неман. Итого...